5. Я думаю, что настало время пригласить на эту сцену замечательную девушку, певицу, народную артистку Карачаево-Черкесии, обладательницу титула «Золотой голос Кавказа» Марину Соболеву. Встречайте бурными аплодисментами. Угу. Так, опять ты. Дорогая, я знал, что ты вернешься, только давай поговорим позже. Сейчас здесь идет концерт, понимаешь? Виктор, ты не понял. Я рад, что ты поняла свою ошибку, но прошу тебя, уйди за кулисы. Ну, тут концерт. Хорошо, тут... я вот сейчас прям возьму и уйду. Виктор, да. Ты понимаешь, она хотела сказать, что ее зовут Марина Соболева. Это ее... Ну, Дмитрий, зачем ты опять меня перебиваешь? Старше. Вот. Это так моя домашняя заготовка была. Я хотел так это пошутить. Что я ее узнал, то не узнал, то опять узнал, то не узнал, то познакомился. Ну вот и вот да так у меня. Дай ты спеть, барышни, в конце концов. Ну что же, друзья, встречаем. Народная артистка Карачаево-Черкесии Марина Соболева поет для вас. И вот такие мужчины, которые не интересуются, как их зовут, конечно же, имеют несерьезное отношение к нам. Ну, на самом деле, ребята очень хорошие, Виктор и Дмитрий. И следующую песню, которую я исполню, я и им посвящаю, и вам, дорогие зрители, чтобы у вас всегда было мирное, чистое небо над головой и всем-всем любви. Одна из моих песен из 9-го альбома. Прекрасного настроения всем! Где ваши руки? Веселей, веселей! Не скучаем! Небо, небо, яркой радугой сияй и пошли на землю рай. Небо, о небо, будет повод не давай, ты про нас не забывай. Пускай дожди пурга, злой ветер, моя рука всегда простерта к небесам. Я верю, будет много света. Небо, небо, яркой радугой сияй и пошли на землю рай. Небо, о небо, грусти повод не давай, ты про нас не забывай. Придет беда, возьмет свое тоска, когда от грусти никуда не деться. Моя рука всегда простерта к небесам. Я ту молитву буду петь для тебя. Небо, небо, яркой радугой сияй и пошли на землю рай. Небо, что вам эта песня понравилась.